Я вижу рядом мужчин. Одно имя отчетливо вижу, это Сергей. Такой момент, который очень сильно вас останавливает. Это почему-то я вижу маленькую девочку. Знаете, какой бы я дате подготовил, ну, советовал бы вам подготовиться? К 17 февраля. Что, 17 февраля? У него день рождения. Так, а посмотрите, пожалуйста, на огонь. Меня тянет в город, именем которого назвали подводную лодку, которая потерпела крушение. Я херею. Да, мы из Курска. Вообще, я в шоке с тебя. Честно, я просто в шоке.